Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Госдума, Космохимик, Плеймаркет, Курума, Флайинг, ОЛТВ, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. У нас сегодня офигенный и веселый режим, я буду пацанам скидывать разные предметы, здесь стоят вентиляторы, которые будут дуть с большой скоростью и врезаться в пацанов. Кто останется последний выживший, тот будет победителем. И скидывать на нас предметы. Себе эти кушайте, приятного аппетита, мы начинаем веселиться и поднимать вам настроение. Ну давайте сначала скинем Запорожец, и я покажу, как это все происходит. Смотрите, полетел. Так, смотрим. Сразу троих. Ничего себе, это какой-то хэт-трик был, нормально. Так, ну давайте Волжану скинем. Ты что, машины круто скидывать. Так, летит. Ну... Курума, ну что ты делаешь, так? О, пацаны, взрывная бочка. Ну? Ух ты! Меня Гусанёк, ну видишь, как оно... Так я в машину прыгал, она меня убила. Блин, ну это весело. Ребята, надеюсь, вы уже прямо сейчас влепили лайкосик и подписались. Так, кто у нас живой? Я, Космохимик и ОЛТВ. Хорошо. О, знаете, что у меня еще есть? А. Ну вот, например, есть дохлый аниматроник. Что? Еще парочку дохлых аниматроников, смотрите. Да есть он. Ладно, это слабо, я согласен. Ой-ой-ой-ой! Ой, КамАЗ, ящики! Как он там? Это жесть просто! А кто вы? Один ОЛТВ остался? Да, не, у меня вот защита тут. Так вот, Космохимик. Ага, я понял. Хорошо, пацаны, я не хотел, конечно, так делать. Смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. ОЛТВ, ты победитель! Вот так вот. Ну все, ОЛТВ, готовься. Сейчас будешь ты на нас скидывать разные классные предметы. Блин, ну мне нравится, прикольно получается. Поэтому сейчас буду выживать я. Так. Все готовы? Да. Давай, ОЛТВ, удиви нас, покажи вещи. Интересно, применится ли сегодня моя фраза? Это тупая физика пропов? Да, как она зародилась. Тихо. В этом режиме. Ух ты! Ой-ой-ой! О, отлично. Во. О, смотрите, фризит предметы для того, чтобы сразу их всех скинуть. Да. Это моя тактика такая. Я понял, тактика довольно-таки неплохая. Гусанёк, мы останемся с тобой выжившие, да? Да. Только, правда, кому-то из нас придется побороться за первое место, ну ладно. А если мы сейчас вдвоем сольемся? А на КМН это... Смотри, вот-вот-вот-вот, фура летит, о, бочка, и в голову прилетела! Это было больно, ай! Минус Дим. Так, я буду тут над пацанами летать, чтобы наблюдать, как они здесь сливаются все. Так, втроем и остались, представляете, как сложно ему? Я думал, будет легко. Нет! Двое осталось! Блин, мне ноги ранило немножко. Ай, блин, это не я, я не участвую. Ну ладно, это было прикольно. Так, кто же выиграет? Плеймаркет или Гусанёк? Вы еще в одном месте стоите. Так что будет x2. Ну тогда выиграет тот, кто последний умрет. Гусанёк! Ай-яй-яй, сколько у тебя хп? 90? У Плеймаркета 53. Меня кинули две гранаты, у меня нисколечки хп не снялось. Плохо, что не может много-много сразу накидать. Туда. Есть, Гусанёк, ты победитель. Это было прикольно. Ура, Гусанчела. Давай, теперь ты скидываешь. Ну, как будто спавнишь что-то большое. Ай, по ногам больно. 32 хп, это что за ножи? Топоры, ребята, топорами по нам кидает. Это прикольно, кстати. Можно импровизировать прям жестко, понимаете? Можно скидывать... Автобус. Не, ладно, ладно, сейчас подскажу ему. Я бы автобус или танк бы кидал на следующий раунд. Иди! Блин, летит, хотел сказать. Да, ё-моё, это было опасно очень. Я с тобой. Это чит, давай. Все, мы вот так будем. Но она может, если сдвинется, нас убьет она или нет, как ты думаешь? Она убьет. Ого, хорошо, что я там не стоял. Это что, мониторы? Компьютеры полетели. Че он там еще спавнит? Ух ты! Ой-ой-ой! Ай, блин, а как он всех убил? У нас есть победитель. Плеймарк? Офигеть. Плеймаркет, ты выиграл. Ну, красавчик. Ну, что я могу сказать? Все, Плеймаркет, скидывай.
Я знаю, надо ближе стоять. Вот, отлично. Я догадался, пацаны, как выиграть. Да уж. Чё, ты... Не ожидал. Ой. Он просто близко начал кидать, я не ожидал. Ну это классно же. Нет. Ой. Блин, да прям в голову мне зарядило. Ты штуковина. Ой, ты ОЛТВ. Все, Гусь Дума выиграл. Гусь Дума получается. Ну пусть будет Гусь Дума. Я вообще тут живой. А, ты был живой? Ух ты, что это за штука? Она очень тяжелая, это статуя. Гранаты полетят. Да нет, пацаны. Да ну все, давайте не будем убивать, да я его убью. Ой-ой-ой, пацаны. А, ну не летит. Ладно, я буду за статуей стоять. А как оно меня плиткой убило? О, часы прилетели. Будильники, пацаны, заводите часы. Вам осталось 5 минут жить. Точно? Конечно. Что-то какой-то он слабенький. У матраса. Ой-ой-ой, матрасы вонючие полетели, засыканы. О, калитки. Ну оно слабо летит. Надо что-то другое. Скидывай те штуки, которые там вверху стоят. Они очень легкие. О, ЛТВ! Блин, он сейчас тебе по голове забором даст. Эти предметы тяжелые, они не подходят, получается, под этот режим. Ой. Баллон, как он не взорвался. Он не взрывается. Ого, такой звук. Блин. Убила, убила! Красавчик, так. 4 человека. А, и гусанек еще живой. Да. И Курума. Это чья клетка там прилетела? Не знаю, Джайл разломанный. Ого, колеса опасная штука. Смотри, 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 что делается. Ух ты, какие-то кегли пошли. Ой-ой-ой, сейчас меня убьет. Что, на жизни отнимает? А, ну да, вижу, не у всех, по 100 жизней. Так, а гусанек живой еще? Да. А что я тебя не наблюдаю? Ну я здесь, я замаскировался. А, он где-то залез, тут предметы. Да нет, я вот. А, я понял. Ну, это тебя не спасет, если он с этой стороны скинет. Я же тебе говорил. Ой-ой-ой, пацаны! Что-то столы полетели. Машина! Машина! Пацаны, готовьтесь! Ого, оно подвинуло тут все! Аж горизонт немножечко провис из-за того, что здесь предметов много. О, пошла, вот эта штука самая опасная, она тяжелая очень. Ого, ну тут багается все. Так, бочка. Так, 3 человека осталось. А, 4. Ух ты. Смотрите, что происходит. Вот люблю Гаррисводи, можно всякую дичь делать. Что происходит тут? Это жесть, что происходит. Жесть. Готовьтесь. Ой-ой-ой, провис. А че? Стой, где удалитель? Давайте немножечко разгрузим. Все. А вот теперь будет легче тебе их убить. Скидывай. Так, ящик. Ух ты, блин, это было близко. Так, остался у нас Flying и Play Market. О, заборы пошли. Ух ты. Я думал, кого-то разрубило. Такой, на! Как она тебя не убила, по голове дала столом, а мусорным ящиком. Все. О, все, победитель у нас Play Mark. Красавчик, ну все. Удивей теперь ты нас. Я сейчас выиграю, смотрите, это профессиональный, самый лучший раунд моей жизни. О, батареи. Ой-ой-ой-ой. Хорошо, что он их удалил, это была бы жесть, конечно. Опа, опа. А реально можно так об стену спамнить предметы, они реально очень круто будут лететь. Хорошая идея, я так не догадался сразу, что так можно. Машина, готовьтесь. Автомобиль, блин, я выиграл, пацаны, автомобиль, забирайте. Ух ты, вот это подача. Так, смотрим, кто еще, бочка, граната. Тихо, граната. Вот это жесть жизни от него. Бочка горит, сейчас бахнет, смотрите, еще. Ё-моё. Бум. Да что ж такое? А видишь, пацаны стоят ближе, чтобы выживать. Они тогда заранее видят, куда уклоняться. Во, молодцы, пацаны. Вот это хорошая тактика, потому что здесь сзади стоят, предметы отскакивают и непонятно, как летят. Ого, машину подвинуло. Гусенок, не стой близко возле машины. Ой-ой-ой. Ой. Ого, сколько у тебя жизни осталось? 68, да, я вижу. Еще машина!
Ульта! Блин, аккуратно, аккуратно. Ух ты! Все, барьер, барьер. Все, отлично, пацаны, теперь у вас очень большой шанс выжить. Просто гигантский. Ну, красиво, че? Гусенек, аккуратно! Все. А ты не можешь теперь двигаться? Ну, как бы да. Прикольно, ну сам виноват, что поделать. Так нормально, зато это наоборот лучше. Вот это оно теперь разгоняется. Так, осторожно, осторожно. Так, пойдет. Вот это тут. Вот это будет жесть, смотрите. Ванны? Да, ванны летят. Спам, очень много взрывных бочек. Давай, много, много. А, это не бочка. Во, бочки пошли, пацаны. Вот это сила, классно. Кто победил? Я не знаю, я... Гусенек, ты выиграл. Я в нычке выиграл? Да, ты победил. Вон у меня голова торчит. Не, ну прикольно тебе по голове этой штукой дало. Ай. Гусенек, давай сделай так, что мы максимально быстро слились. Тогда ты будешь лучшим игроком на этой планете. Все, понял, принял, обработал, держись. Давай. Мы пошутили? Мы не выживем! Вот это жесть! Вот это ты фиганул! Автомобиль в студию! Вот это жесть! Я хочу посмотреть, что там вообще произошло. Вот это трэш. Гусенек, ты победил. Если понравилась эта серия и поднял вам настроение, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.